Твери кардиохирург Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета прооперировал недоношенного ребенка. Маленькая пациентка родилась раньше срока с экстремально низким весом, всего 860 граммов. У ребенка диагностировали открытый артериальный проток и врожденную двустороннюю пневмонию. Подробности операции у нашего корреспондента. Сначала за жизнь маленькой пациентки боролись врачи перинатального центра имени Бакуниной в Твери. Медики поясняют, что к хирургическому вмешательству специалисты прибегают, если медикаментозная терапия не дает результатов. Тогда операция – единственная возможность помочь ребенку. Бывает открытый баталов проток, это специфика медицинская такое. Он может закрыться медикаментозно, если он не закрывается, прибегает к хирургическому лечению. А таких детей мы транспортируем к нашим коллегам в педиатрический университет. Но я говорю, жизнь каждого ребенка на вес золота. И если ребенка нельзя транспортировать, мы оперируем в стенах нашего перинатального центра. Медикам предстояло закрыть баталов проток – короткий сосуд, соединяющий нисходящую аорту с легочной артерией. Проводил операцию вместе с тверскими коллегами сердечно-сосудистый хирург Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета Евгений Кулемин. На его счету это не первая подобная операция. Мы клипировали данный сосуд открытым способом под контролем глаза и тем самым препятствовали патологическому перетоку крови из аорты в легочную артерию. Первые обычно несколько дней после операции, они самые сложные для пациентов. В последующем ребенок восстанавливается, этот проток закрывается, как и в норме, он просто становится связкой. И в дальнейшем никак не сказывается. Такое взаимодействие со специалистами из северной столицы для Тверской области не в новинку. В связи с вот такой вот давней дружбой стали возможны такие визиты в наш перинатальный центр. Это очень важно, потому что, ну, сегодня уже говорили о том, что не каждый ребенок может быть подвержен транспортировке и доехать в какой-то федеральный центр. Поэтому, когда это происходит на месте, в тех условиях, которые созданы в нашем перинатальном центре, это дорогого стоит. Как пояснил Евгений Кулемин, сама методика операции стандартная и отработанная. Однако из-за маленького веса пациентки и ограниченного пространства работы для хирурга существуют определенные сложности. Но врачи сделали все, чтобы спасти ребенка.